Ребят, всем привет. Меня выгнали с проекта. Ну, как понять, выгнали. Я уступил место Вики. Изначально я хотел... Изначально вообще не было разговора, то, что меня кто-то выгонит. Я уступил место Вики, потому что, как бы, ну, я сам виноват, потому что я думал, то, что я кому-то мешаю со своим диализом, либо еще как-то. Вот. Я уступил свое место. Но потом мне подошел продюсер и сказал, что, ребят, Виджай, тебе надо уйти, потому что ты болеешь, и мы с тобой без тебя переживаем. И на проекте ребята все проголосовали против меня. Я ушел с проекта, мне дали деньги, но не такую большую сумму дали, как может там кто-то подумал. Мне дали очень маленькую сумму. Для Москвы это вообще ничего не значит. Теперь нахожусь в Москве, не знаю, что мне делать дальше. Не знаю, где мне жить, потому что сейчас меня приютят. Но в дальнейшем мне надо где-то жить, как-то работать, наверное. Хотя работать я не могу, потому что у меня 3 раза в неделю процедура гемодиализа. Я переливаю кровь 3 раза в неделю.